что скоро случится. Что говорят? Говорят, что вы берете какую-то новую вершину, что вы идете вверх, да, покоряете новую вершину, что у вас будет какая-то сумасшедшая любовь. То есть любовь — это прекрасно. Что еще говорят? Говорят, что вы будете заключать какие-то договора, сделки, возможно, подписывать какие-то документы. Но вам нужно аккуратненько их подписывать, потому что какая-то дама трефовая может вам мешать. Женщина, коричневые волосы. Да, женщина, кстати, крыска такая, предатель. Поэтому внимательно, пожалуйста, да. Что кто-то стоит на развилке, возможно, будет у кого-то дорога путешествия куда-то. Ну, в принципе, да, удачи, девчоночки, на вашей стороне. Поэтому тут как раз все прекрасно. Будет все развиваться немножко медленнее, чем бы вам хотелось, но достаточно стабильно. Последняя карта. Много будет разговоров, переговоров. Убирайте людей, которые забирают просто ваше время. И больше, наверное, берегите свое время, да. И вещи происходят действительно судьбоносные. Судьбоносные вещи говорят о том, что у вас будет шанс вообще полностью поменять свою реальность. Поэтому, девчонки, тут у вас очень-очень даже интересно.